В обновленной версии наддувная шестерка в 2792 кубика выдает 255 лошадей. Максимальный крутящий момент в 350 ньютонов на метр она реализует уже на 2000 оборотах, что для наддувного мотора весьма приличный результат. С автоматической коробкой сотня набирается за 8 секунд, что для такой мощности показатель не выдающийся, а с механикой все получше 7,2 секунды, а вот максимальная скорость выше с автоматом 266 км в час.